Вот я ее включил. Показывает. Так, по солнцу зайдем. Вот примотал пластиковую трубочку изолентой к килевой трубе. Здесь стяжечка пластиковая. Вот закрепил бокс. Вставляем туда камеру. Защелкиваем. Видно? Видно. Сейчас будем взлетать. Расчековываем спас-систему. Так, это сюда. Не хочет держаться. Включаем питание. Садимся. Выставляем на ноль высоту. Толкаемся назад, потому что вперед потом с заведенным мотором хрен протолкнешься. И перчаточка убежала. Так. Пристегиваемся. И запускаемся. Подсос выдергиваем. А подсос не нужен. Без подсоса хорошо. Расчековываем ручку спас-системы. Включаем подогрев карбюратора. Камера работает. Хорошо. Прогреваем двигатель. А себя утепляем. Это пульт от камеры, но я ее уже включил. Он пока не нужен. Проверяем крылышко. Ничего не мешает. Все уходит. Ветерок у нас сегодня оттуда. Значит, летать будем с того торца. Не знаю, насколько точно я выставил. Так, в принципе, она на меня смотрит. Будем надеяться, что попал в ракурс. Так, что-то у нас с температурой. Вроде как уже все и хорошо. Ну, тогда поплыли. По некошенной траве. Надеюсь, она не испортит нам взлет, все-таки не по колено. Сантиметров 15-20, наверное, местами есть. Здесь поменьше, потому что здесь более глинистая поверхность. Разворачиваемся. Погнали! Давай, давай, давай! Опа! Слазь! О, со встречным ветром-то! А то удовольствие взлетать! Не то, что с попутником. Еще и по полосе смятки разок другой, с попутником-то. Вот наша деревенька. Облачная, но солнце спряталось, поэтому поздней быть не должно. Как там ракурс? Нормально видно? Виражик заложим.
солнца, конечно. Пейзажи не такие красивые, но подколбашивает. Ну что ж делать, осень. Есть осень. Так, что нам еще изобразить для нового места камеры, установки камеры на новом месте? Можно попробовать. Что можно попробовать? Полетать на малой высоте можно попробовать. Где-нибудь вот там. Над полем, над ровненьким. Неизвестно, насколько это будет вменяемо. Все-таки ветерок. Всякие завихрения возможны. На высоте-то наплевать на завихрения. На прещем завихрение может нехило приложить. Вот, о чем я и говорю. Справа кусты, ветер оттуда. Поэтому подколбашивает слегка. Ну ничего, терпимо, терпимо. Впереди столбики. Поэтому набираем, набираем, набираем. Это наш карьер. Здесь я песочек ковыряю. Это надо что-нибудь замесить для дома, для дачи. Тут у нас новостройки. Народ напокупал земли. Теперь строят здесь домики. Речушка, речушка. Пройтись над речушкой. Посмотреть, как она данного ракурса камеры выглядит. Осень еще не золотая, так кое-где желтенькие, красненькие деревца попадаются. Но сильной красоты пока не наблюдается. Вот у нас речушка. Между кустов, конечно, сегодня летать не здорово. Завихрения всякие. Ветер где-то 3 метра в секунду сегодня. Судя по прогнозу, если верить прогнозу. Поэтому, конечно, на уровне деревьев могут быть всякие роторы нехорошие, от которых можно ждать любых сюрпризов. Поэтому лучше высоту набрать побольше. Хотя бы полташечку. Так, сейчас пойдем на посадку. Вынем камеру. Посмотрим, угадал ли я с ракурсом. Заодно можно будет перевернуть ее. Корпус камеры задом наперед, чтобы она снимала не меня, а пейзажи прямо по курсу. Сейчас мы это все реализуем.
впереди водонапорная башня с гнездом от аистов. Гнезда уже пустые, аисты все улетели. Осталось только вон зеленой травы натаскал. Или это проросло в гнезде? Наверное, проросло. Приедет, займется прополкой на следующий год. Так, там у нас лесенка зачем-то к березе приставлена. Засидочка охотничья, импровизированная. Да, на маленькой высоте, конечно, колдыбает прилично. Такую погоду, конечно, надо высоту держать побольше, чтобы роторы от деревьев не доставали. Ну, я говорю, 50-100 метров. Набираем. Соточка, 100 метров, уже терпимо, уже роторы нас не особо достают, хотя подколбасывание некоторое присутствует. Ладно, сбрасываем газик, разворачиваемся и идем на посадочку. На посадочке, наверное, тоже чуть-чуть покандыляет. Там всякие строения, кусты, деревья рядом с полосой. От них всякие завихрения тоже будут идти. Ну, пока снижаемся. Пока вроде как все хорошо. Будем поглядеть, будет на подходе к полосе. Вот на подходе-то. Вот это вот то, о чем я и говорил. Ну, не криминал. Терпимо. И сейчас будем разворачивать камеру. Это выключаем. Фиксируем ручку спас-системы. И можно спокойно вылезать, отстегнув ремень. При этом с ремнем не вылезти. Выключаем питание. Фиксируем крыло. Так, достану я до камеры-то без этой, без табуретки-то достану, наверное. Интересно, она пишет или уже выключилась? Ну, пишет еще, зараза. О, выключилась. 20 минут только пишет, зараза. Почему-то файлами по 20 минут больше не пишет. Поэтому либо ее надо ставить в режим видеорегистратора, либо каждые 20 минут выключать. Вот, можно лететь на испытание ракурса. Так, покатились назад. Запускаемся. Рассупониваем ручку спас-системы. Пристегиваемся.
трех можно не включать карбюратора. Вроде как и так неплохо.